Здравствуйте, ребята! Сегодня второй день нашим малышам. Они уже немножечко остаются без мамы. Малыш присел и спит. Смотрите, как он интересно смотрится сзади. Такой комочек. На хомячка маленького похож. Ушки черненькие. Вот малыши остались сами. Мама кушает. Ой, как они сели аккуратненько. Ой, я не могу. Хомячки маленькие. Смотрите, как они прижимаются друг к дружке. Такие родные. Вот так они вчера вечером засыпали. Так мило вообще, когда они так сидят. Ой. Малыши, вы спите там? Да, они прикрыли глазки. Отдыхают, пока мама кушает. Дружечка у нас кушает. Кушает. И вот эти малыши. В общем, я сегодня решилась убрать в клетке. Потому что я убираю часто. Через день или каждый день. И хочу сказать, что с малышами это... Ну, если мы Жужу я просто отпускала, то с малышами так нельзя. За ними нужно присматривать. Они могут испугаться, шум. Вот они вчера в клетке сидели, а я доставала Жуже сено. И зашуршал кулек. Они очень испугались, как рванули резко. Я такого не ожидала, потому что Жужа ж так не реагирует. А малыши очень пугливые, поэтому их оставлять нельзя. Сняла верх клетки и поставила их на подстилку. И сверху вот этой клеткой, вот этим верхом накрыла. Они там сидели вместе с мамочкой. А я за это время поменяла поддон клетки. Все вымыла, постелила все новенькое, чистенькое. Вот так они сидят. Сейчас я покажу, как они прикрыли глазки. Мама тут шуршит. Видите, как она жадно жует. Быстрее и к деткам быстрее. Покушайте где-то. Да, понюхай. Ой, малыши. Пытаются умыться. Носик умыть. Вот как это выглядит с этой стороны. Ой. Ребята, а как вы думаете? Вот мы с Машей спорим. Мне кажется, что у темненького, не тот, что черно-белый, а у темненького носик шире, как у нашего Рокки. А у черно-белого мордочка вытянутая, как у Жужи. Или это мне так кажется из-за расцветки? А вы как считаете? О, все, пошли к мамочке. Они по чуть-чуть уже гуляют, остаются сами. Не так, как вчера были привязаны полностью к маме, и маме некак было покушать. И, кстати, они сегодня уже пытались попробовать пожевать сено. Но если мама это делает очень быстро, за секунду, хап-хап-хап-хап-хап, то малыши долго что-то там сосут, маленькую соломинку пытаются самостоятельно ее съесть. Да, Жужечка? Вот такой малыш. Не знаю, что-то он мне на Мишку похож маленького. Конечно же, хочется малышей на ручки взять. Маша тут бегает вокруг них. Только смотрит, потому что малыши в основном возле мамы. Либо учатся кушать, принюхиваются к новой еде. И поэтому не хочется их отвлекать. А Жужу тем более, видите, как она пытается урывками покушать. Теперь морковку грызет. В общем, заботы у них, заботы. Расцветочка, как у той тигрульки какого-то. Смотрите, это полосочки. Тигрулечки.
такие мягенькие. Ружечка более такая щетинка у нее грубоватая. Эти мягенькие малыши. Такие ушки у них. Ушки. Вот так начался второй день. Будем наблюдать дальше, как растут малыши. До встречи!